Триммер влево, триммер вправо, и вот уже сорняки склонили головы. За день бригада газонокосильщиков в Советском районе расправится с травой на нескольких десятках квадратных метров. Местные жители жужжание триммеров воспринимают как музыку. Территория запущенная превращается в ухоженный газон. Хорошее дело, конечно. Ну, красиво будет. В общем-то, эстетика самое важное, я считаю. Ну, чтобы она больше не разрасталась. Я так думаю, красивый вид, чтобы было. Периодически только убирает мусор, чтобы большого не было. Косить траву будут несколько раз за лето. Как только растительность достигнет 15 сантиметров, газонокосильщики тут как тут. Срежут и не пожалеют. Мусор будут подбирать гораздо чаще, по мере надобности. Особое внимание района и администрации к так называемым незакрепленным территориям. Это территории, у которой нет обслуживающей организации. То есть это придомовая территория, не подходит под придомовую территорию, то есть отдаленность от дома, мы не можем это закрепить за управляющей организацией. И в то же время это не можно закрепить за какой-то специализированной организацией, которая отвечает за придорожный газон. Таких территорий, которые не относятся ни туда, ни сюда, в Советском районе 200 тысяч квадратных метров. Заботу о них берет на себя районная администрация. Раньше эти участки были в ведении города. Теперь же за чистотой на них следить проще. В районе лучше знают, где требуется навести порядок. Марина Матвеевна, Максим Гусев, события.